Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки Сталкер Чистое Небо. Ребят, короче, вот если бы я не сделал два сохранения перед тем, как закончить предыдущую серию, то сейчас я мог натворить таких нормальных делов. Короче, ребят, огромное вам спасибо, опять же, за ваши подсказки, за ваши комментарии и, конечно же, за ваши лайки, потому что поддержка в виде лайков просто безумная. И, как я и обещал, серии по Сталкеру выходят либо через день, либо каждый день, но в последнее время через день, но это еще не значит то, что, например, ну, как бы начнутся... Ну, короче, я говорю, максимум перерыв — это один день, типа. Ребят, мы загружаем сейв-гейм, который называется «Перед долгом», потому что я, в общем-то, ну, от безысходности, от того, что у меня не было действительно возможности купить бронежилет, лет, учитывая, что я въебал все-таки деньги, которые что, у меня... наемник? Какие-то проблемы? Не-не, проблем нет, братан. Я не хочу к вам вступать, все нормально. Я оставляю все как есть. Короче, ребят, ситуация. Бронежилет в таком состоянии. Денег нет. А, ну 10 тысяч он мне дал только что этот. Как бы, ладно, окей. Короче, если я присоединяюсь к долгу, то мне пиздец будет от ребят из свободы, потому что они как бы в контрах, поэтому это очень сильно поспособствует на, как бы, ну, короче, это, ну, действительно очень странно, просто я забыл этот факт, что они враждуют, и как бы, если бы они были нейтральны друг перед другом, то, ну, как бы, не хочется просто портить даже отношения с ними, поэтому мы к ним не вступаем. Короче, ребят, я вычитал в комментариях то, что мы сейчас находимся, получается, на карте Агропром, правильно? Подождите. Агропром. Агропром, это же вот эта локация, правильно? Да, не Агропром. Сверху слева, как раз-таки, куда я сейчас пойду... Подождите, стоп, а я покупал инфу эту или нет? Стоп, подожди. Это... А кто мне продал тут? Стой, что ты мне можешь не предложить? Во! А, тайнике, подожди, сколько мне будет стоить? Что там лежит? Во, да, я тогда же у него это купил после. Вот, колода возле дерева. Мне, короче, счастливо. В любом случае сейчас туда идти, потому что я хочу это принести потом обратно этому механику, и он меня что-то за что-то это купит. Короче, там где-то, если верить по комментариям, сверху слева должны заспауниться какие-то чуваки, которым, если я помогу, то они мне как раз, по идее, должны дать броник в качестве награды. Это будет, конечно, просто топчик, потому что если сейчас оно так сработает, то это, в принципе, сразу мои вопросы решит. Потому что основной реально вопрос сейчас у меня, из-за того, что я проебал бабок и не купил у Ашота, как бы решил сэкономить тогда, это то, что я как бы остался просто с хуевым бронежилетом, который... Блять. Как обычно, я ищу самые короткие пути. То это мне, короче, очень сильно поможет и, короче, ну, решит мои проблемы. Я могу отсюда вообще выйти, блядь, с этой базы? С этого конца или нет? Ой, бля... Так, а вообще по квесту у нас сегодня поговорить с Сахаровым. Но мы туда пойдем чуть позже. Опять же, как минимум, мне нужно это, инфу получить. Ну, в смысле, не инфу, а флешку забрать и продать ее. Че, энергетик, пацаны? Давайте энергетик выпью. Бля, просто такого хуевого броника у меня вообще за все время игры Тени Чернобыля не было ни разу. А чистого неба уж подавно. Ну, точнее, не, наоборот, точнее, Тени Чернобыля уж подавно. Ну, короче, вы поняли. Короче, все должно быть нормально. Я надеюсь, что сейчас это сработает. И действительно, вот здесь вот сверху слева где-то кто-то должен заспауниться. То есть, в принципе, я сюда бы и пошел. В любом случае, потому что... Опа. Ребят, я признаюсь честно. Вот честно вам скажу, потому что... это, наверное, единственный момент, который основной мне непонятен. Я лучше, знаете, не буду сейчас делать вид, что, бля, пацаны. Я, короче, знаете, вот увидел тут аномалию, как бы решил хер на нее забить. Потому что, по факту, я реально в чистом небе ни одного артефакта не нашел. Также я вычитал в комментариях, что все-таки стоит купить детектор «Медведь». Мы как раз сейчас узнаем, там у продавца его нет ли случайно. Если так, то мы его, наверное, купим. Который будет помогать мне намного, ну, как бы, проще находить артефакты. Короче, вот смотрите, вот аномалия. Почему-то... Подождите, или это все-таки не та аномалия? Вот реально я... Нет, с молниями я так понял, что это... Не, это аномалия, из которой, по идее, должен... Вот как, блядь, им пользоваться? Сейчас должен заспауниться артефакт. Вот. Нет? Это не так работает? Я просто реально не понимаю, как это, ну, использовать. Как делать так, чтобы появился какой-то артефакт? Ну, вот сейчас смотрите. Не, я просто... Ну, я все равно сохранился как бы заранее. Ничего не спаунится, ничего не выпадает. Хотя, когда я первый раз артефакт находил, который был херовый, он, по-моему, именно таким образом вылетал. То есть я подходил с детектором, и в этот момент из такой хуйни... Я вижу, что у меня ХП кончается, я вижу, что я подыхаю, я все равно сейчас перезагружусь. Короче, ребят, я... Нихуя себе! Я понял, вот до чего можно довести, да, последнее сохранение. Короче, ребят, честно вам скажу, я не понимаю тогда, вот, реально. Вот аномалия. Детектор с собой.
Блять, как этот артефакт, чтобы он появился? То есть я его не могу увидеть без детектора. Но детектор либо... Ну, не может быть он слабым и мне не помогает. Типа, любой детектор, даже самый херовый, должен... Короче, ладно. Я надеюсь, мы этот момент... Разберемся с этим моментом. Так, а что такое? Нихуя себе, какие тут... Так, 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 ну-ка, тут ничего интересного. Давайте, ну-ка, как профи, как профи. О, антидот. Так, здесь у нас ничего. Компьютер какой-то. Ящики не ломающиеся. Так, вот где-то здесь... Так, короче, если... О! Это кто? Опа! Они от них отстреливаются? По-моему, да. Бля, калаш, конечно, пиздец. Мне все-таки, наверное, калаш стоит поменять на что-то будет в ближайшее время. Подождите, они от них... Помочь сталкерам? А что сделать-то именно? Так, здесь болото какое-то ебаное. Как я вам помогу? Пацаны, мне нужен ваш бронежилет срочно, блядь! Как вы там оказались? Подождите, я по болоту уже не пройду к ним? Так, стопэ, блядь, как они на этот остров-то попали? Стопэ, стопэ, пацаны, сейчас помогу, мне нужен ваш броник в качестве награды. Че, мне бежать через болото, что ли, к ним? Блядь, подождите, карта как выглядит? А как они на этот остров попали? Чего, блядь? О, подождите, там кто-то идет. Во-во-во, пацаны, пацаны. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пацаны, что такое, блядь? У меня броник настолько хреновый. Блядь, ебать. Ай-яй-яй-яй-яй, хуёво-хуёво. От кого помочь защититься-то? А, понял, все. Пиздец, а это кто такие-то? Это кто там такие? Давай, 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 хорош! Получай гранату! Давай, 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 давай! Бля, какие-то пацаны бронированные там, смотрите. Вообще похую им. Сейчас поможем, последний остался. Блять, у меня кровь. Да блять, дайте пройти! Ну! Нахуй он пошел на пролом, я не понимаю. Блять. Все, 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 всех положили, пацаны. Не, не всех. Да, блядь, я не могу пройти из-за этого лежачего, блядь. Кто там? Все? Ну, все, помог. А где награда? Не понял, что, к нему надо подойти, прям на ту метку? Это же, типа, общее положение, не? Ну-ка, 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 ну-ка. Не-не, это они тут они заспаунились. Подождите, пацаны, так я помог! Где моя награда? Блять, броник, смотрите, просто в нулину расколбашен. Просто в нулину у меня броник расколбашен. Пацаны, что, нормально? Помог я вам. Можно, еще не все? Да ладно, кто еще? Где? Подождем еще для гарантии. Подождем для гарантии? Давайте подождем для гарантии. Это кто такие? Возможно, зомбированные? Еще... А, это вот эти, которые мечены. О! Братаны! Только не надо говорить, что у меня сейчас просто... Где ты? Кто ты? Да! Ребят, я вас обожаю. Хотя я в любом случае бы им помог, наверное, все равно, потому что я шел в эту локацию. Но, ребят, спасибо, что вы об этом написали. Это просто как игра так рассчитала, что именно броник мне, блядь, в этот момент нужен будет. Чем могу помочь? Ничем. Ну, заебись, блядь, тогда пока. Ну, что там за броник-то хотя бы? 21-250 лучше! Нихуя себе! Ебать! Вот это да! Посмотрите на это говно конченое. Просто я просто его выкидываю. У меня его никто не купит все равно за бабки нормальные. Бля! Привет, как тебя зовут, братан? Фима Вождь. Просто, ребят, давайте хэштег Фима Вождь, спасибо. Просто, вот реально. От души ему. Потому что если бы не он, заначка так. А, еще заначку какую-то узнал, смотрите-ка. Пока лутал. Это что такое, блядь? Это АС-96. Ну ладно, я его пока не буду брать. Вообще, я, короче, судя по комментариям, понял, что калаш качать хуёвая идея, и как бы... Ну, учитывая, что мне грозу дал этот, но я же не вступил в долг, поэтому у меня гадюка осталась. Короче, надо будет калаш на что-то поменять в ближайшее время. И вообще его прокачивать смысла нет, хотя у меня он вроде неплох. Так, о, вот эти надо взять, беленькие. Беленькие пригодятся, надеюсь, потом. Так, где у нас тут эта самая нычка? Вот там, да? А какую я нашел еще инфу? Нычка, так, вот это была, еще какую-то... Короче, ладно, потом по этому тайнику уже узнаем. F6 на всякий случай. Так, давайте возьмем этот самый флешку и отнесем ее как раз-таки механику, чтобы он как раз... Бля, вот смотрите, вот опять, ну вот же аномалия ебаная. Не, эта хуйня вообще не пикает. Короче, мне нужен этот. Может быть, я что-то, блядь, до конца не понимаю. Скорее всего, я опять туплю очень жестко, пацаны. Извините, но реально, этот момент мне пока что непонятен. Так, опа. Где? Где? Опа, флешечка. Забрал. Не, ну патроны мне не нужны, спасибо. Хотя, смотрите, здесь очень сильно в чистом небе развита эта херня с дробовиками.
Вот, на самом деле, может быть, стоит попробовать взять какой-нибудь для ближнего боя с мутантами всякими дробовик, потому что об этом много раз вы писали в комментариях, что, типа, в чистом небе реально, в принципе, тема ходить с дробовиком, потому что на ближний бой, типа, с мутантами со всякими, это нормальная тема. Не знаю, пока не рискну, потому что дробаш мне, в принципе, в сталкере никогда не нравился, хотя, с другой стороны, почему бы и не попробовать. Просто, не знаю, вместо гадюки убрать. Но это, знаете, я бы рискнул это сделать, когда я вместо калаша что-нибудь найду. Бля, сколько у меня патронов всяких уебанских, непонятных. Можно я съем колбасу с этой хуйней, чтобы у меня это, как бы так, бинты. Так, у меня еще есть флешка, которая... Надежная защита от ручного стрелкового оружия. 12500 она стоит. Подождите, а КПК это кому? А, это КПК клыка. Это мой детектор. А зачем мне еще один? Нормально у меня два детектора вообще, как бы. Надо один продать. Ладно, сейчас как раз поторгуемся. А вот это вот, видите, я вот не помню, например. Найти усовершенствование. Это, конечно, замечательно, но, по-моему, вот это, я так понимаю, нужно кому-то на чистом небе, да? Где еще раз? Ну-ка, стоп. Вот эта флешечка. Блядь, что-то тут опасно стоять, на самом деле. Вот эта флешечка, походу, нужна кому-то это самое. Вот как вот можно быстро обеспечивать надежную защиту от ручного стрелкового оружия? Я вот, например, не помню так вот. Вот это, по-моему, нужна как раз здесь. Чисто предлагать каждому механику, ну, чисто на рандом, когда нахожусь в какой-то локации, только таким образом. Потому что как я вспомню, кто у меня какую инфу просил. Хотя, наверное, по истории где-то можно это поднять. Так, F6 на всякий случай. Убери свою пушку. Да, бля, что я нормальный, я свой пацан. Так, едем, идем к механику, сдавать инфу, и потом торговаться, идем с этим самым, с местным торговцем. Так, 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 механик у нас, получается, здесь сидит. Ага, вот там вот он освобод... Блядь, меня вот... Единственное, напрягает эта локация тем, что здесь многоэтажечка. И как бы каждый раз... Оружие, да, оружие у меня так за спиной. Так, на втором этаже, да, по-моему, сидит? По-моему, здесь, да. Здесь. Так, ну-ка. Братан, смотри, что нашел. Чего? Подожди. Блядь, это не ему надо. Это, короче, тоже я купил, получается, инфу. Короче, у меня есть две флешки, которые, скорее всего, одна в чистом небе на базе, в болотах нужна кому-то. А другая, скорее всего, нужна механику, которая у нас на кордоне. Но это не точно. Ну, короче, кому-то из них. Короче, каждого механика, которого я буду видеть, мне лучше предлагать ему. Да-да, вступаю в долг. Нет, спасибо. Так, подожди, братан, а что ты мне... Не, улучшать я, наверное, ничего не буду. Калаш уже нет смысла. Так, а у меня больше никто не просил же флешки? Не, не просил. Ну, кроме механиков их никто не просит. Так, тогда мне нужно к торговцу. К торговцу погнали. Так, все, погнали вниз. Нахуй я эту хуйню достал. Сейчас тогда это самое, продам свой второй детектор, хотя он ничего не стоит, я думаю, но тем не менее, чтобы у меня он не лежал. И еще там всякую хуйнюшку. Так, где он сидит-то? С этой стороны? Вот здесь. Ой, бля, как этого зовут-то, я забыл. Как тебя зовут? Митяй, точно. Так, есть что-то для меня? Не, ничего не сделал для него. Ну и ладно. Торговать. Все, так, смотри, короче, есть детектор лишний. Есть... А что я хотел еще продать? Ничего не хотел больше. Патроны, это для гадюки. Это для гадюки. Нет, не для гадюки, кстати. Фора 12. А, для пистолета. Но он у меня пока есть, поэтому пофиг. Это тоже для пистолета, это тоже это для гадюки. Это у нас на будущее. На всякий случай, гром там, не гром, вся херня. Так, продавать особо нечего. Вот это, сколько он? 175 рублей? Ну, давай хотя бы 175. Раз у меня два детектора. А, я хотел у него купить, а у него нет детектор. Попизже. Я хотел вот этот медведь найти или еще какой-то там попизже, чтобы был. Но его нет. Ну, ладно, ладно, ладно. Тогда, пацаны, в принципе... Блин, жалко, конечно, что это... Блин, флешку купил, инфу для флешки. Я думал, сейчас на месте сразу получу награду здесь. А оказывается, нет. Ну ладно. Так, тогда мы идем к Сахарову, получается, что ли? Сахарову, Сахарову. Получается, что так. Ну, погнали. Так, это получается мы через что? А, ну, в принципе, там же идти, где я и шел. Так, интересно, он также будет додакать или нет? Сейчас узнаем. Ребят, ну мне кажется, на самом деле, что я даже сейчас с этим бронежилетом почувствую просто облегчение. Потому что, учитывая, какой у меня был броник, я думаю, что сейчас каждое какое-то повреждение... Ладно, я уж не буду энергетик тратить. Каждый какой-то нанесенный урон, я думаю, что я буду воспринимать совершенно по-другому. Потому что то, что они мне подарили, на фоне того, что у меня было, это просто небо и земля. Реально. Ну, типа... Это фактически у меня был самый первый броник. В самом худшем состоянии, которое только могло бы быть. Там он, в принципе, еще чуть-чуть бы и кончился у меня.
Так, ну что, переходим сейчас в локацию, короче, сразу к Сахарову. Бля, очень будет эпично, если он сейчас будет додакать опять. Давай, 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 иди уже, иди, иди. Где тут? Где тут? Где тут? Вот здесь репорт. Все, отлично, переходим в локацию. Там, в принципе, сейчас, короче, будут опять эти, блядь, зомби... Как они там? Ну, короче, вот эти зомби, блядь. Зомби-говорящие. Зомби-говорящие, чё? Так. Ой, прошу прощения, икнул. Значит, у нас... Ага. Ага. Здесь у нас что интересно? Здесь есть два тайника. Заначка у редуктора крана. Опа. Что такое? Опа, блядь, лагерь ученых защитить. Опять нападение какое-то. Сейчас защитим. No problem. Дополнительная награда, это всегда хорошо. Так, что такое, блядь? Ипал. Кто на Сахара, блядь, тут это? Ой, бля, со спины заходить такое. Ну ладно. Пацаны, попробуем. Бля, палился. О, нихуя, минус 3. Не, минус 2 или минус 1. Ну, короче, нормально. Пистолетик. Бля, хуёвая тема. Это эти, это зомбаки. Чё с... Бля, по-моему, надо выкидывать нахуй этот пистолет, но я просто так уже... Да, его однозначно надо выкидывать, ребят. Надо однозначно апгрейдить оружие. Точнее, не апгрейдить, а даже, а просто менять. Пиздец! Вы посмотрите, что творится. Калаш просто уже ни о чем, просто ни о чем. Надо срочно сейчас на ствол копить, на новый, или искать. Даже вот этот АС, как он там назывался-то? Смотри, что творю, просто. Просто ни о чем. Дамага просто ни о чем, реально. Конечно, он не прокачанный по дамаге, но... Тут хедшот, не хедшот, вообще похую. Это мне везет, что он меня не стреляет сейчас просто. Смотрите. Ну это пиздец, это ни о чем. Так, а с чем они, кстати? Че, он не это самое? Так, ну-ка, 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 ну-ка. Пистолет. Ну это, блядь, маленький калаш. Ладно, тогда пока возьмем. Это у нас что? Это гадюка? Да, это гадюка. Выбросить. Так. Бля, ладно, надо помогать пацанам. Не, у них пока ничего такого нормального. А, это свой, блядь. Фух, хорошо, что я не попал в него. Пацаны, я помогаю, блядь! Чё тут такое, блядь? На Сахара кто напал, я не понял. С другой стороны там, да? Ладно, пистолетик. Ай, больно, блядь. Зачем по мне стрелять? Ебать, смотрите. Такой, типа помогаю, пацаны, типа помогаю. Смотрите, это просто... Не, все, нахуй, я этот сейчас буду пистолет выкидывать, это пиздец. Тут уже несерьезно. Тут реально калаш уже не справляется, блядь. Ебать, сколько наших, а? Вообще изи, вообще изи. Кто там, блядь? Минус, нахуй. Все? Ай, блядь! Еее! Неплохо. Блядь, только патронов пиздец потратил, на самом деле, потому что особо... Так, F6 на всякий случай. Ну чё, к Сахару? Сахар, привет! Да-да! Ну, да, старались. Да-да! Здравствуйте, молодой человек. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. А чё не да-да? Ну, что вы хотели бы узнать? Ну, ладно. Спрашивайте, я слушаю. А, я знаю, что стрелок был здесь. Что вы знаете о нем? Да, такой сталкер бывал у нас. Он удивительно много знал, куда больше других. Утверждал даже, что бывал в центре зоны. Я ему, конечно, не слишком верю. Хотя он показывал мне фотографии. Где же сейчас стрелок? Мы заключили с ним сделку. Ну-ка. Он вызвался провести полевые испытания... Одной из наших перспективных разработок – блокиратора пси-излучения. За это мы обещали дать ему полностью настроенный образец. Стрелок верил, что это устройство позволит ему пройти через так называемый «выжигатель мозгов». Угу. Мы дали ему ненастроенный прототип, и он отправился на территорию комплекса. Только вот с тех пор ни стрелка, ни прототипа. В течение некоторого времени мы получали данные замеров интенсивности пси-излучения. Однако сейчас сигнал прототипа потерян. По-видимому, пиздец. Как мне найти стрелка-то? Возможно, стрелок все еще жив и находится где-то в пределах заводской территории. Но проникнуть туда без устройства пси-защиты практически невозможно. Мы давно изучаем феномен здешнего пси-излучения. Оно носит ярко выраженный... пульсирующий характер. И в периоды спада интенсивности человек может находиться на территории завода в относительной безопасности. Угу. Однако мы не в состоянии предсказать,
когда произойдет следующий всплеск. Пытаться проникнуть на завод все равно, что играть в русскую рулетку. Если вы решитесь пойти туда за стрелком, то скорее всего... Тогда не костюм, блядь, я нормально пройду, чё ты? Ты же знаешь, сахар, блядь. Зомби. Но, возможно, так, я смогу вам помочь. Недавно группа сталкеров проникла на территорию комплекса и раздобыла там какую-то техническую документацию. Уже на выходе они связались со мной и успели сообщить о своей находке. Но тут их накрыло всплеском пси-излучения. Заебись. Не исключено, что эти документы прольют свет на причину возникновения столь сильного пси-излучения. Ну давай. Чё, я согласен достать документы, расскажите мне все, что знаете. В северо-западной части комплекса. Там полно зомби. Я не могу отправить туда сталкеров из охраны периметра. Мы и так едва сдерживаем атаки. Сигнал СОС все еще идет оттуда. Так. Попробуйте вытащить. Что ты мне можешь предложить? Ничего интересного. Так, подожди, торговать. О, костюмы за 100к, родные, блядь. И только не за 100, как Бизон Сева, 18750. Блядь, ну было бы неплохо, но у меня... Так, ну тут да, блядь, нихуевый такой костюм на фоне даже моего... А вот и радары подъехали. Пацаны. Может тогда уж самый пиздатый взять? Ну, типа... Ребят, я, пожалуй, возьму пиздатый. Реально. У него как раз есть Велес, я так понимаю, еще пизжи. Потому что медведь средний, это самый хуёвый и это самый пиздатый. Я возьму его. Так, больше мне ничего не надо. Остальное я предложить ничего не могу. За 25 тысяч вот есть костюм. Заебись, блядь. Нормально у меня. Ну ладно, у меня, в принципе, костюм, блядь, Заря есть тоже, как бы, нормальный. Так, ребят, короче, покупаю, ему тогда отдаю. А я могу свой же отдать? А, ему нахуй не нужны. Ну, заебись, правильно. У него и так 3 штуки. Ладно, я покупаю, друзья. Я надеюсь, это не зря. Ставлю его. Ух, бля, нихуёвый такой. Вот теперь, походу, мне будет проще искать артефакты. Вот теперь я точно должен разобраться. Так, сохранить у доктора. Да-да, он будет говорить? Нет? Или чем все? Пожаловали в мою скорую? Как успехи? Рад был с вами. Как успехи? Как успехи? Все? Как успехи? Да-да. Лучше не? Не надо? Всего тогда наилучшего. Давай. Да-да. Бля, вот костюм у него тут, блядь, на халяву-то. Здравствуйте, молодой человек. Да-да. Надо говорить вообще-то. По стариночке так-то. Ну ладно. Ай, бля. Так, короче, радар есть пиздатый. Че, пацаны, нормально? Как вы тут это самое... Бля, пушку теперь осталось найти. Короче, осталось найти пушку, продать свой калаш, поменять основное оружие в виде калаша на что-то другое. У меня есть 2 флешки, надо кому-то их отдать. Надо как-то понять, как быстро можно смотреть, кому они нужны именно. Но даже если на самом деле они нужны в болотах, я же не буду возвращаться на болото. Ну-ка, подождите, а ты меня не можешь в болото случайно провести, братан? Мне это... Здорово! Куда ты меня можешь отвезти? А, сколько, блядь? Ну, бля, знаешь, братан, это будет дороже стоить, чем я потом получу, как бы это самое. Ты, конечно, пиздатый телепортатор, но, пожалуй, F6 на всякий случай. Так, значит, усовершенствование понятно, это найти. Найти КПК с документами. Вот тут и начинается полный пиздец. Вот я не понимаю, он реально не может никого отправить из своих, типа, вот сюда, вот, чтобы найти КПК с документами? Неужели одного человека даже он не может найти, чтобы просто он ему помог? Ну, нет, не сложно. Новая... Опять... Да ёбаный в рот, да что ты будешь делать? Да что ж я постоянно-то, я не понимаю, на подсосе-то, а? Ладно, возьмем патрончики по бронебони, у меня их тем более больше. Сейчас прикрою, в смысле, сейчас на это, да, все будет нормально, короче. Кто там, блядь? Блядь, где? А, здрасте, блядь, больно. Что-то, кстати, это самое, дамага такая нихуёвая на самом деле. О! Слушайте, а патроны нихуя себе так отличаются, бронебойные и не бронебойные? Блядь, это он с маленького калаша так стреляет? Ну все равно обойму надо садить. Чисто, блядь, обойму садить. Ну это пиздец. Не, я так долго реально не протяну. Я так долго не протяну. Надо... Надо стараться найти что-то. Потому что это пиздец. Это реально пиздец. О, блядь. А что, от них тоже защищать надо? Блядь, серьезно? Это вот так вот работает, если я подпрыгну? Понял. Не, подождите, стоп, надо их тоже угандошить, походу. Хуй знает, попаду или нет. Никого не вынесло, по-моему, блядь. Так что, помог, нет? А что награду, нельзя какую-нибудь там? Сахар, может, поможет там, это, подсобит?
Пацаны, вы в кого целитесь-то? Нормально все, нет? F6 на всякий случай. Короче, нихуя не понятно, но я помог. Чем мог, тем помог. Блять, болото ебаное. А как пройти-то тут? Вот тут вот только. Это, по-моему, мне их надо выносить прежде всего. Ладно, давайте сейчас разберусь быстренько. Пацаны! Вы не туда забрели. Может их не трогать нахер, а? Бля. Хуёвая затея. Ладно, в пизду, реально, они мне нахуй, в принципе, не сдались. Я не знаю, что значит защитить. Это как доп, типа, миссия. Так мне все равно за нее нихуя не дадут. Они так сами справятся без меня. Чего я должен им помогать, не понимаю. Так, где-то тут, короче, да? Подождите, а где именно? Угу. Это имеется в виду... F6 на всякий случай. Так, подождите, это получается мне... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот прям вот туда, что ли? Прям вот здесь вот? Прям вот тут вот? Бля, локация мне это не нравится, конечно, ну ладно. Так, ага, здесь кого-то порешали. Ну-ка, подождите, ну-ка, ради интереса просто. Блядь, ну нет, ну нет, блядь, ну псы ебаные, ну нет. Ну ебаный поворот, а? Блядь, эта хуйня у меня уже, оружие, блядь, все, пизда я ему. Где псы? Да блядь, да что ты будешь делать-то? Пиздец, оно все, оно помирает, эта пушка уже, блядь. Ее надо чинить. Псы, блядь! Фу, нахуй! Да ебаный в рот, блядь! Ну просто реально патроны есть, жалко их тратить. Да блядь, смотрите, как клинит, а часто. А в каком состоянии у меня эта пушка? Ну, кстати, в нормальном состоянии, в среднем. Ладно. Да блять! Реально надо продавать, по-моему. Смотри, что творит, а? В пизду такую пушку, блин. Блять, да я заебался перезаряжать ее. Все? F6 на всякий случай. Не, я реально, я продаю этот с глушаком пистолет. Он реально бесполезен уже. Так, здесь много трубчанских. Вот смотрите, вот, блин, аномалия. Ну пиздец, ну прям видно, что аномалия. О, калаш, патроны. Бинт. Так. Дробовик. Ну, блядь, манит, конечно, манит. Пиздец, как манит, но... Я думаю, что все-таки это самое. О-о-о-о, Ил-86. Ну, хуй знает. Ладно, подождите, ладно, заберу. У меня как бы тут, кстати, с перегрузом особо проблем нет. Ил-86... Начинается, блядь. Это хуйня где-то поблизости. КПК. Блядь. Что-то меня тут мутит, нихуёво. О, бля... Чёртовы пси-излучения. Хорошо, хоть документы забрали. О, аномалия, видите, вот она. Чёрт, впереди собаки, нас учуяли. Боюсь, чёрт! Вот как её найти? Бля, мне эти пизды сейчас дадут. Я просто проверил, а как сделать, чтобы она заспаунилась-то? Я просто не понимаю, реально, как сделать, чтобы она заспаунилась? Что-то мне кажется, все сложнее, блядь, и сложнее. О, нихуя вылетело. Вылетела эта хуйня, прикиньте. Так, короче, я так понимаю, мне нужно будет сейчас с этими-то разобраться все равно. Бля, не знаю, Ил-86, по-моему, не самое пиздатое, что могло бы быть. Я не знаю, подбирать его, ладно, подберу. Ой, блядь. Все равно сейчас придется перестреливаться так нихуевенько. С этими, блядь, пацанами. Ой, ладно, F6 на всякий случай. Вот они заспавнились сразу. А у меня гранат, что ли, нет? А! Блять! Пиздец! Им вообще похуй на гранаты! Порешал. Порешал, F6 на всякий случай. Так, подождите, ребят, сейчас мне нужно, сука, с этим детектором, блядь, ебаным разобраться. Я не могу это просто так оставить. Нахуй я тут АК подобрал. Блять. Так, чё там было написано? Лагерь еще отнеси документы. Да это отнесу я, это не проблема. Блять, у меня хп тут тратится ебанистически просто.
F6, подожди. Как эту хуйню? Радар, блядь, найди мне этот самый, пожалуйста. Вот он здесь. О! Бля, наконец сработало. Я причем не понимаю закономерность. Хорошо, все, вот здесь не показывает сейчас нихуя, да? Все, отсюда я вытащил аномалию. Все, в пизду, я убегаю. Здесь как-то хуево мне становится. Блядь, меня окружили! Стопэ. Что за капля-то, блядь? Как она называется? Кровотечение плюс 40? Плюс или минус? Ну, что-то пиздатое, по-моему. Но это не точно. F6 на всякий случай. Плюс 40, в смысле минус 40, я так понимаю, да? А чё ж у меня патронов мало, чтобы воевать с ними сейчас? Короче, граната здесь максимально хуёвая, я понял уже это. Но я на всякий случай кину. По-моему, я не докинул. Мне пиздец. А им похуй вообще на меня, да? Не, какую-то дамагу они точно получили от меня. Бля, ну я понимаю, что они зомбированы не настолько, чтобы не понимать, что происходит вообще, как бы, да? Повезло. Повезло. Ладно, пока калаш, ребят. Ой, блядь, антидот нужен. Так, все, там хуёво. Здесь нихуя, здесь нихуя. Патроны. Ну пока для калаша кейс на заводе, тайник какой-то, это где? Бля, побродить бы там, конечно, схрон на телефонный, так. Тут, ебать, 4 тайника, пацаны. 4 тайника, прикиньте, F6 на всякий случай. Так, ладно, мы туда еще пойдем. Я думаю, что мы поищем. Так, надо водки выпить. Водка у меня осталась, водка осталась. Ну, блядь, жалко антидот просто как-то. Как-то их не так много у меня на самом деле. По-моему, не с бинтами проблема, а с антидотами на самом деле. Так. Блядь, зачем я зашел в болото? Че тут, опять какая-то хуйня? Заварушечка, блядь, какая-то. Че там, блядь, вы не можете отбиться, что ли, от них? Я не понимаю, в чем проблема? Че там случилось? Где? Блядь. Ай, блядь. Откуда? Нихуя себе, блин. Тут, не, на самом деле, теперь я понимаю сахара, блядь. А чё меня так хуячит-то? Бля, чё радиация такая, не понимаю. Сколько можно-то уже принимать эти таблетки, блядь? Такое, блядь. Кто опять там? Никого нет. Чё здесь красный? А, блядь, вон, ползёт. Уже не ползёт. Короче, блядь, отобьются, ладно. Чё? А, сначала надо помочь. Понятно. Закрылся там у себя. Заебись, мы F6 на всякий случай. А у меня радиация хуярит. Чё я могу сделать? Водку пить, блядь, теперь? Блять, пушку бы нормальную. Пушку, блять, нормальную бы. Хуя себе, блять, он такой. Червь, блять. Кто еще, я не понимаю. Где они все? Калаши носят, илы всякие. Ну я продам сейчас все это. А-ба-ба-ба-ба-ба. Мелочевка в трубе, заебись. Мелочевка в трубе. Не, ну реально, сколько можно-то так? Это может без конца продолжаться. Блять. Ёбаный в рот, нихуя себе. Радиация-то хуярит меня, а что делать-то? Я не могу этот поток радиации снять с себя. Я уже антидоты, блять, антирады, анти... Хуй знает, короче, блять. Заебало, блять, кто опять? Я все патроны реально потратил на этих непонятных, блядь, зомби. Наконец-то, блядь! Не, пацаны, вы прикиньте, у меня реально радиация теперь растет и растет. Сколько бы я ни колол этой хуйни. Фу, блядь, сложно. F6. Так, я, пожалуй, зайду. Блядь, смотрите, растет и растет радиация. Походу, это все-таки плюсом, блядь, радиация, да? Из-за нее, что ли, эта хуйня? Нахуй тогда мне это говно нужно? Радиация плюс 2, плюс 40. В зеленом, я так понимаю, это хорошо, а радиация это плохо. Ну, в смысле, понятно. Ну, короче, типа, я получаю ее... Ясно, короче, блядь. Иди сюда. Чем пожаловали в мою... Пока не буду продавать. Так, что можешь предложить мне? Ничего такого. А ничего, что я тебе, блядь, нашел? Рад был с вами пообщаться. Как успехи? А, вот. Жаль, ребят. Хотелось бы надеяться, что они погибли не зря. Так, давайте посмотрим документы. Очень интересно. Подтверждаются кое-какие мои догадки. Нет, ну просто чрезвычайно интересно. Это отлично, отлично. Это дает нам ответы на... Можно конкретнее? В данном случае мы имеем дело с рукотворной установкой.
Эти документы — инструкцию по управлению системой охлаждения некоего устройства, которое находится в подземной части комплекса. Вот это да! Какую мощность оно потребляет! И так вроде бы все проясняется. Судя по всему, всплески пси-активности происходят из-за сбоев в работе системы охлаждения. Че, пацаны, кулеры, блядь, не про размеры? Если мы сможем починить ее, то уровень пси-излучения существенно понизится. Значит так, мне нужно время, чтобы левша? Поразмыслить что за левша, блядь? Над некоторыми деталями. Выдвигайтесь в сторону комплекса. Там как раз... Так. Мне ничего интересного нет, блядь, заебись. Так, подожди, братан, знаешь что? Уважаемый левша, у меня есть новые данные. Левша. Кажется, мы сможем стабилизировать уровень пси-излучения. Сейчас к вам подойдет молодой человек, у него есть новые инструкции. Да, профессор, ждем указаний. Угу. Это заебись, конечно. Как успехи? Нормально, блядь, успехи, да-да. Всего наилучшего. Так, что у тебя тут, костюмы, блядь? Так, ладно, короче, знаешь что, не хочешь ли ты у меня забрать... Не, каплю я не отдам, а, глаз называется, да. Глаз не отдам, потому что он в совокупности с другим каким-нибудь будет нормально. Короче, вот что, я, блядь, тупанул реально. Я бы антидотов купил по 300 рублей, пиздец. Ладно, хотя бы два куплю. Ну, потому что я реально сам въебал их, сам вернул. Так, бинты мне не нужны, а пушки ему тоже не нужны. Красава, блядь, красавчик, блядь, сахар, блядь, как обычно в своем репертуаре, хули. А сколько у меня там загрузка? 30. Ладно, потом продам кому-нибудь. Ну, не, ну из этого ничего я лучше не вижу, чем АК. Типа ИЛ-86. Ну, блин, такое. Такое. Надо гадюку будет продать. Это, потому что с бабками проблема. Пока с калашом буду ходить. А что мне остается делать-то еще? Делать особо нечего. Так, короче, ребят. Нам останется в следующей серии встретиться с левшой. Обыскать все тайники. Я хочу. Ну, короче, будет веселье, блядь. Там, учитывая, сколько зомби этих будет вонючих, я думаю, что это будет пиздец какой-то. Патроны у меня там, короче, проблемно, да? Все с ними. Ну, такое, да. Ну, пока так, друзья. Так что я сохраняюсь у Сахарова. У Сахара. Вот так, Сазара. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам нравится смотреть прохождение Сталкера на моем канале. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.